И вот мы на акватории. Это все дело. Поехали туда тоже. Вот тут берег. Я хотел за эти лопухи запрыгнуть. Да ладно. Сейчас выйдем на середину, может подороже. GoPro стоп видео. Со всех корабельных орудий. Плотный огонь. Вот она тебе, пожалуйста. Это окунь. На самый любимый размер. Все, у меня под всякий весла. Оп, все, интернет появился. Это у меня. Что-то сообщения какие-то приходят. Кто-то, блин, тратит мои денежки. Никого. В аквариуме, да? Второй щупачок. GoPro стоп видео. GoPro стоп видео. Так, я-то ведь не вижу, мне не снять. О, хорошо. Вот у нас все с Виталиком совпало и с Андрюхой тут все вместе. Спусти там этот самый. Андрюха, подмотай чуть-чуть еще. Верни ему, пусть. Вот я и хотел развернуться, выйти. Все плывут дальше рыбу-то ловить. Тут конец. Мы туда, в принципе, и двигаемся. Ну дал. Небольшая. Ой, вообще ее забрюшка. Она такая головой хыть в дырбочку. Да, она уже готовальня. И тут ее утка еще последила. Все сразу и утка. Твоего поймал.
гроб. Ну что, повторяйся. Заколебало, блин. Хорошо идет. И крокодилы встречаются в нашем таежном озере. Ай-ай-ай-ай! Руки заламывает. Ловится только на самые большие коря. Поверьте, я ее поцеловал. Вон только что она прыгала за мальвой. Мишкин шнурок, блин. GoPro стоп видео. Да, жарко. Ты похож на местного кушка? Поделать. Нет. Выключил камеру, да? Да? Да. Да. Вот специально, чтобы не открывать весь свет. Ну, маленькая, нормальная. Виталик что-то тащит, но против солнца не видно. Зачет. Молодец. Первое место. Тут тебя и поймали. Все тоже что ли было? Финпинч. Вот и хорошо. Вы-то наловите. Я тут сижу сзади. Боку могу подбрасывать что-то. О! Появились эти самые стрекозы. А вода, стрекозы. Надо ловить хариус. Тихо-тихо, она перепрыгнула корягу. Тихо-тихо, ты ее, опа, вымучил. На пушки ходить. Заглоти водок, води сколько хочешь. Тебе обещал, что ты здесь поймаешь. Все равно глубина, по идее, здесь везде должна быть рыба.
Отпускаем мелкую щуку. Отпускаем. Ай. Мы отпускаем. И пусть. Андрюха, не смотри. Андрюха, мы отпускаем мелкую щуку. Мишка, прости нас. Да, Мишка, ты без вяленой рыбы. Вот так она, блин, от радости такой кульбит сделала. Да она цирковая. Ты же под сак им не взять. Нет. Оле, 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 оле. Ура! GoPro. Наливай! Такие под вечер. Причем на два крючка, блин. На два крючка ловятся. Да, как поймать хорошую щуку, так фиг ее поймаешь. А тут вежливо так берешь ее. Так вот ее отчепляешь. Корректно так. Так. Оп. Поверьте, я ее тут поцеловал. И надпись на... Она не стала. Надпись на... О, видали, 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 как она хочет на свободу. Стоит, стоит, не хочет уходить. Тихо, тихо, больше не крути. Тихонько, не крути больше. Оп. Виталькина зорька на сухую. Да, мы замерзнем. Мы-то с тобой согреемся, будем карака толкать. А он-то будет против ветра ехать. Да, там я видел уже давно. Искается. Нет, там шлепает кто-то. Да, не первый раз. Кто-то шлепает. Вот как кончилось. Чай кончился. Запивон кончился. Закусон кончился. Закусон еще есть, а вот запивон и заедона нет. Это уже будет в титрах, да? Жопа онемела. Жопа вообще. Да, нам еще 10 километров до дому. И тут что-то сбурлило. И это еще один точка, блин. Везет тому, кому везет. Кто везет? Химера, спасибо тебе, брат. Спасибо тебе, озеро Белое. Спасибо тебе. Озеро Белое. Спасибо, мать природа. Хочу еще сюда вернуться и не раз. Рули давай. Смотри, сейчас скажу, вытащи что-нибудь. Ага. Ну хотя бы ловлю обратно. Все в траве. Туру-ту-туру-ту. Сахаре передачи нет. Через Сыромятину езжай. Костяника, костяника, костяника. Или ежевика. Пока, Белое озеро. Есть желание-то побуксовать.
У нас каракат. На одном заднем мосту переднего кардана нет, потому что полетела крестовина. Прямо езжай, не рули никуда.